всего, они, может, попытки будут, а это просто как провокация. Знаете, такой принцип есть, лучше отдать палец, руку, но чтобы остался целым весь организм, ну, хотя бы не целым, но остался бы организм. Руки уже, скажем, поражены или пальцы гангреной. Я думаю, что нет. Я думаю, что дальше уже никто никого не пустит. Не, я думаю, на цьому все закінчиться. Надо серьезно понимать, что Россия больше крепче вооружена, чем Украина. Всегда побеждала, и казаков победили, и во время Пятерки всегда победили. Если Украина будет сильно возражать, то лишится территории. Нет, только увеличится за счет оккупированных территорий, которые сейчас у нас забрали. Нет, я думаю, что не потеряют. Сил не будет. Ни у России, ни у Украины, чтобы что-то забирать, что-то терять. Я думаю, что договорятся быстрее, чем будут терять что-то. Думаю, нет. Но если бы Россия хотела, то она бы уже захватила новые территории. А так она две области только. Территория, слава богу, пока какая вся, как вот какое сейчас есть вот равновесие, хоть оно и такое очень шаткое, вот оно будет пока сохраняться, поэтому, слава богу, все пока останется так, как есть. А куда дальше, это еще только время покажет. Не, ну тому що вже хватить уже нам Криму, щоб брахи прогавили так. І ще Донбаса. Донбас буде наш і Крим наш буде. Крим тільки, тільки пізніше буде. Ну там на фронті чуваки такі стоять серйозні, поэтому я думаю, не должна. Ну, жизни лишиться точно. Мне бы очень не хотелось, чтобы потеряла. Я все-таки надеюсь, что наши политики проявят мудрость. И Украина все-таки будет единой. И даже те территории, которые сейчас подконтрольны не Украине, а так называемым республикам ДНР, ЛНР, они все-таки вернутся в состав. Потому что люди там реально голодают, и это, ну, это настоящее несчастье. Потому что мы передаем туда сумки. Даже те люди, которые имели свой бизнес, они сейчас просто голодают. Реально голодают. Живут чисто на гуманитарке Рената Ахметова. На який гум-комвой от России к ним не приходит. Это просто чистая воды помощь боевикам. Я думаю, что больше нет. Но Донбасс вряд ли очень быстро удастся, скажем так. Там вопрос урегулирован. Там надолго. Я думаю, что все территории, которые она уже могла лишиться, она уже лишилась. Это связано с тем, что там были слишком неоднородные поддержки людей. Не было поддержки людей. На всей остальной территории есть очень высокая поддержка людей. Очень дорого будет стоить откусить территорию.